1 сентября вступил в силу пакет поправок по совершенствованию судопроизводства. Аудиопротоколирование судебных заседаний стало обязательным. Подробнее расскажет помощник Одинцовского городского прокурора Оксана Рыбаченко. Аудиопротоколирование ведется непрерывно в ходе каждого судебного заседания. Носители информации, полученные с использованием аудиозаписи, приобщаются к протоколу. Указанные изменения направлены на повышение гарантий вынесения судом законного, обоснованного и справедливого решения и обеспечение судебной защиты прав и законных интересов участников судопроизводства.